На мажорной ноте закончил выступление в своем чемпионате и футбольный клуб «Олимпиец». Команда Николая Писарева в заключительной игре в Курске встречалась с местным «Авангардом». Гости с первых минут дали понять, что приехали за победой. И этот настрой сначала вылился в пару опасных моментов у ворот хозяев поля, а на 20-й минуте прессинг нижегородцев привел к автоголу. Болов срезал мяч в рамку «Авангарда». На 23-й минуте красную карточку получил Морозов за фол последней надежды. Но даже в десятером олимпийцы сумели удвоить преимущество еще до перерыва. На 36-й минуте Фомин после гроссмейстерской паузы отправил снаряд точно в девятку. 2-0. В начале второго тайма Болов реабилитировался за автогол, но гости тут же ответили голом в исполнении Филина. На 84-й минуте «Авангард» формально вернул интригу в матч. Хозяева сократили отставание в счете. Но «Олимпиец» отлично контролировал игру в оставшееся время и даже мог увеличить преимущество. Но мяч после удара Ломбарского уже в добавленное время прошел выше цели. Тем не менее, 3-2 – победа нижегородцев, и это первенство ФНЛ команда Николая Писарева закончила 4-матчевой беспроигрышной серией. Ну а общим итогом сезона стало 12-е место и сохранение прописки в Национальной лиге. Григорий Жигин, «Объективно», «Спорт», ННТВ.